Твоя жизнь восьмая серия. Ты ведь в курсе, что на нее это не подействовало? Конечно, в курсе, иначе было бы не так интересно. Ты хоть понимаешь, как опасно использовать свою магию в присутствии человека? Я все понимаю, только не ты в меня, пожалуйста, своими обсуждами лучше ну, почувствовал. Я тебе также говорил про пончики. Тетя, это ты? Я так похожа на твою тетю. Звучит больше как оскорбление. Зачем ты сюда пришел? Тебя не звали. Да ну, вот и Америку открыла. Мне наконец-то есть кому сплавить спиногрыза, и я не впущу эту возможность. Не забудь, что тебе еще месяц работать. Я-то помню. Да неужели? Все великая тетя вернулась. Нет, 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 нет. Да за что мне это? Здравствуйте, меня зовут Ханзаки. Приятно познакомиться. И мне, так значит, это самый Ханзаки, который является без приглашения все время. Ха-ха. В точку. Ладно, я буду на кухне, подходите. Значит, я у тебя не гость. Мне на кухню надо. А где Ванесса? Видимо, она не захотела к нам присоединяться. Может, она не в настроении? Это так похоже на нее. Слушайте, а почему я до сих пор не видела родителей Ванессы? А она что, тебе не сказала? Они умерли 9 лет назад. Характером она меня очень напоминает ее маму. А вот с внешностью она пошла в красавца отца. Как это произошло? они разбились на машине. Этот подонок изменял моей сестре, но она ему все прощала. Она была без ума от него. Только не говоря об этом Ванессе, она этого ничего не знает. В тот день ее родители ехали развестись. Хотя, как по мне, они были прекрасной парой, до того, как выяснилось, что он ею пользовался. Почему Ванесса не рассказала мне об этом? Ха, она никого не любит посвящать свои проблемы. Моя сестра была такая же. Расскажите мне о ее матери. Да что рассказывать? Посмотри на Ванессу и поймешь, какой была ее мать. Единственное качество, которое досталось ей не от матери, это твердый характер. Она как будто бы не сломается. Ванесса знает, каким человеком был ее отец. Она помнит только доброго и хорошего, заботливого папу. Пусть так и останется. Все вспоминаю наш недавний свете разговор. Милая, я через месяц перееду в Италию. Ты ведь поедешь со мной? Ты не откажешься? Конечно, нет, ты же знаешь, что это моя мечта. Но я оставлю здесь дорогих мне людей Кайлу, Рамину. Милая, это горькая правда, но все твое окружение из детства когда-нибудь до да исчезнет, ведь вы расстанетесь. Не вешай нос, ты же скоро увидишь океан. Месяц до новой жизни даже звучит странно. Как же я расстанусь с ними? Все хорошо? Рамина всегда чувствует, когда со мной что-то не так. В нет, нет, все отлично. Не обращайте на меня внимания. А Кайла четкая и знает, как меня утешить. Девчонки, я прогуляюсь. Это оказалось сложнее, чем я думала. В Мэзуме? А, Бабанеса, привет! А, что ты это делаешь? Мы с подругами решили выйти на свежий воздух. Слушай, Мэдзими, что делать человеку, которому резко придется сменить среду обитания? Ну, это сложно. Сначала ведь ему будет нелегко, потому что эта среда ему непривычна. Рядом с ним нет тех людей, к которым он привык. Но как только пройдет немного времени, все станет на свои места. А теперь рассказывай, к чему такие вопросы. Через месяц я уезжаю в Италию и... И дай угадаю, ты еще не сказал об этом своим друзьям. В точку. Позволь дать тебе совет. Скажи им как можно быстрее. Если ты будешь медлить, они обидятся. Дай им время свыкнуться с этой мыслью и отпустить тебя. Так будет правильнее, ты должна понять это. Девочки, я хочу вам кое-что сказать. Дело в том, что, ну... У Мэзами скоро концерт, и она нас всех приглашает. Ты что творишь? Концерт сегодня вечером, приходите. Вы куда? Мне нужно срочно с ней поговорить. Ты что им наговорила? Я тебе помогла, а ты меня так подставила. Извини, пожалуйста, я им все обязательно скажу на концерте. На каком концерте? Его нету. Впервые слышу, что для тебя это проблема. Что? Мы же можем сами устроить его. Да ты с ума сошла. Мы за ну, пожалуйста, дорогая, выручи меня. Я не хочу говорить, что еще и соврала им. Ты хоть знаешь, что для организации внепланных мероприятий нужно советоваться с продюсером? Ну за что? В принципе, я могу сама поговорить с продюсером, но у меня есть одно условие. Я на все согласна. Ты будешь петь. Ах ты...